И наш город не обошла проблема, связанная с нечистоплотной деятельностью некоторых, скажем так, особых клубов. Рязанские полицейские выяснили, что в заведении с разухабистым названием «Джага-Джага» организовано оказание интимных услуг за деньги. Встречи девушек с клиентами организовывала администрация заведения. Работницы клуба приехали в Рязань за красивой жизнью и оплачиваемой любовью со всего региона. Получилось в итоге, конечно, не так красиво, как хотелось. Теперь уже многим сотрудникам «Джаги» будет не до любовных утех, как бы из салона на нары не переехать. А в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятий проституцией». Проводится расследование.